Нижегородской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Один из этапов – внедрение бережливого производства. Как оно действует на практике и какова выгода в рублях? И самое главное, в чем польза для рядовых сотрудников? На примере староскольских предприятий. В селе Нагорье Ровенского района заложили парк из тысячи берез. Почему в народе его уже называют «парком детства»? В Белгороде прошел совместный рейд налоговой службы и судебных приставов по предпринимателям-должникам. Сколько они задолжали государству с начала года?